Сейчас бы, прикинь, добрал бы еще этого и того дальше, и все, и был бы пул. И пул, и Колобанов, и столько до хера урона, и до хера натанченного. Это прям реально бы охеренный бой был бы. Вот прям, чтобы на этот заливать на вот реплейс и в ЛРН закидывать. На КВ-4-7. А ну. Ты серьезно? Фига себе. Ну это, нет, это реально до хера. Прям вообще до хера. Это прям, это можешь смело в этот, в ЛРН кидать. Но я сейчас не рофлю. Не, ну я на самом деле не рофлю. То есть действительно. Вообще на изи. Это охеренный бой. Это прям вообще. Сколько там опыта получилось? Сколько там чистого опыта получилось? Ну это прям до хера. Это реально 10к, это прям вообще до хера. Это очень много натанчить. Еще плюс при этом настрелять. Ну сейчас КВ-4, конечно, хорош танк, но это все равно это очень много. Ну это, кстати, давай реально репку посмотрим. Нет, мне самое интересное стало. Шестерочки, да? Так. Так, поехали. Шестерочки. Ой, арточки нет. Идеально, просто идеально, просто идеально. Колян. Еще и без пайка, да? Еще и на ББшках, то есть еще и пофармишь. Быстро советы, как надо было. Советы, как надо было? Ну а что, пока едешь, стреляешь, что? Вот с батом обосрался, с выстрелом поспешил. Тут, конечно, можно было бы нормально выстрелить. Ты прям несешься. Ты попал в такой сетап, где на коле нет, тебя даже никто не будет пробивать. Вот с выстрелами спешишь. Первый-то ладно, на ходу в бата ты кидал, но вот второй, который был, там уже можно было бы получше. Там можно было получше стрельнуть. Я реально не понимаю, видите эти дергания? Вот такие прям. Вот такие. А пинг хороший. А пинг хороший. Бля, я хазек у тебя залетает, так я. Ну это все, это тебе чисто Антон подкрутил бой. Это Антон бой подкрутил. Ну, я по-другому не могу это объяснить. Оно на ходу все залетает. Ты даже не досводишься, понимаешь? Вот. Тут все выстрелы, вот если по-хорошему, тут, наверное, вот первый выстрел в бата, ладно, хер с ним, там ехал на ходу, кинул. Пофигу вообще. Но все остальные ты практически не сводился. Единственное, еще вот в этого, в СТРВ ты стрельнул со сводкой. Да, ты досвелся, который в камне сдох. Там вот этот справа СТРВ, ты в него нормально выстрелил. А все остальное ты не досводишься, кидаешь. И залетает. Но у меня тоже такие катки, конечно, были. Ля, вы видите дергание, чуваки? Дрык, 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 дрык. Что за херня? Офигеть, что это за дергание? Да не, ну... О, все. И на голдочке, да, ну на голдочке тут. Да, его на голде, ты его даже не в борт можешь поливать, ты его прям в корпус можешь долбить спокойно и все. Да есть Антон Танко. А у них еще хп 8000. Ну уже 3к урона есть, натанчил ты трешку. Да, им, конечно, в тебя стрелять это бред. Это просто бред в тебя стрелять. Калина последнего стрелял на шестерках. Они все еще заняли, смотрите, 0, 9, 8. Все вот эти линии они позанимали, посмотрите. Вообще. О, по центру катается, из 2. Ну и времени 5 минут, конечно, осталось. Так, а вам надо базу захватить, да? То есть, скорее всего, здесь будет, если ты так пишешь, то... А у тебя... Реально так дергается, или это что-то не то с синхронизацией у меня? Потому что бывает там, когда фов разный, но это дело-то не в фове уже. Здесь что-то прям вообще не то. Это как у меня вот эти были дрыгания, когда я свой же стрим запускал. Прицел серверный, что ли, стоит, я не пойму.
А, я, кажется, понял. Он, скорее всего, с серверным прицелом катает. Может быть, из-за этого вот такая херня происходит. Но я вижу, сейчас прицел себя как-то неадекватно ведет. Наверное, вот эти вот дергания, это с этим связано. Наверное, на серверном прицеле просто катаешь, да? Я по-другому не могу это объяснить, но я думаю, вряд ли он в бою так играет. Да, это серверный прицел по-любому. Ну либо этот. Как он называется? Вы поняли, о чем я. Бля, нормально стреляют. Да, они еще на ББшках тебя. Они на ББшках тебя даже в НЛД не пробиться будут попадать. Это похоже на фризы. Да, пинг хороший, FPS хороший. Бля, вот это они, конечно, тебя сейчас надолбят. Ему же еще башню апнули. Натанчил что-то там. Дерик уже потанчил. Так, у них 5800, почти 6000, у вас трешка. Вот, кстати, вот голдой ты его можешь прям в корпус долбить. Даже не выцеливая НЛД. Прям в корпус долбить голдой. Ну я четко вижу серверный прицел, но вот эти призы, конечно, я не понимаю. Может, тоже с этим серверным прицелом связаны? Вообще хз. Бля, не надоело же им в него стрелять? О, и 25-й. А вот баки, это уже печально. Бля. Все, душат. Вертикал может быть с этим. Ну, если я сейчас включу, может быть, будет нормально. Но FPS-то одинаковый, видишь, FPS примерно одинаковый. Ну, ну и... Бля, чуть выстрел не зафейлил. Я думал, сейчас все. Шестерик. Скорее всего, сейчас с вертикалкой связано. 8500 натанчено, 6200. А, так это... Ля, подожди, это ж Колобанов. Смотри, шотный ВК, шотная Шкода, из 2 не знаю сколько. У тебя, наверное, времени не хватит. Слушай, у тебя, наверное, времени не хватит. Хелл где-то там катается. Бля, так это ж Колобанов, считай. Ну? А, ну тут уже, конечно. Бля, они все шотные. И из 2, наверное, в спину зайдет. Тебе надо быстро их минусовать. По одному минусовать. Еще жопой даже там и со второго танчить, он в спину зайдет. Да не, я не думаю, что у него такие фризы во время игры. Я бы не играл с такими фризами. Это бред. Итого, смотрите, осталось 3 фрага, 2 минуты. Ля, это мог бы быть и пул. Если он выиграет, это может быть пул. Яга, семерка. Хелкета сейчас убьет. И остался квас. А, Ис, получается, спереди вылез, сдох. Да, он не стал сзади его объезжать. Просто вот, ну, это изи. Ну, а, альфа не прошла, да ну. Не, вот сейчас вперед зря едешь. Он сейчас, ну, так. Я, не, ну, не, зачем вперед едешь? Сейчас он еще вылезет сбоку у тебя. И башню доворачивать придется. Вот, вот здесь вперед зря поехал. Надо было здесь стоять. Ты видишь сейчас, что какую ситуацию сделал? Он тебя начинает объезжать теперь. Так ему пришлось бы здесь стоять. Зря, 100% зря поехал. Вот прям вперед зря поехал, из этого тычки получил. И в борт башни. В борт башни наполучал, зря вперед поехал. Сейчас бы, прикинь, добрал бы еще этого и того дальше. И все, и был бы пул. И пул, и Колобанов, и столько до хера урона, и до хера натанченного. Это прям реально бы охеренный бой был бы. Вот прям, чтобы этот заливать на вот реплейс и в ЛРН закидывать. Зря вперед сейчас поехал, прям конкретно зря. Ты еще, получается, подставился под него, он тебе в борт дал пробитие. Он же голдой стрелял, Хелкет? Да, он голдой стрелял. И башню начал на него поворачивать, под тех чуваков башню подставил. А так бы сейчас отъехал просто и все, его шлепнул. Ты танк-то высокий. Он бы здесь стоял за трупом, ты бы просто подъехал бы ему в башку, бы дал и привет. Да, ну альфа не прошла, это обидно, но тем не менее, тут зря вперед поехал. 100% зря. Ну просто стоять, танчить. Так они еще и на тебя сами едут. Это вообще обалденный вариант. Типа... Сами на тебя прутся,
И как бы тебе даже за ними бегать по всей карте надо. Я же смотрел сперва, думал, времени мало, времени думал, не хватит под конец. Не, времени похватило, они сами ехали. Единственное, конечно, яга далеко была. Вот, с ягой могли бы быть в конце проблемы. Но вот кваса, думаю, ты бы точно забрал. Кваса, думаю, ты бы точно забрал. Ну, так-то хороший бой, конечно. Тут базару-то нет. Мне еще удивительно было, как им не надоело в тебя стрелять. Все это время, которое чуваки на центре стояли. Как им в тебя стрелять не надоело.